кнопочка, ее надо прожать и больше нихуя не делать. Просто Не нажать. двигаться, ничего не кастить. Руки от клавиатуры убрали и от мышки. И все. И стоите, ждете, пока пройдет каст. И там к кому уходите? Потом определимся. Да, уже бьем сначала. Нет, будет рановато тоже. Это да, кстати. Не обязательно, это перед открытием сундука можно. Большая просьба, в локовский портал не вставайте. На во время штурма. Меня будет немножко больновато пробивать. Здесь у меня спула фрезы немножко. Ну ладно. Сейчас пройду. Напугивайте пока что. Войд первого заберешь-ка. Подержишь возле босса. Ты его потом заберешь? Да не бейте вы пока что его сильно. Клепайте, сливайте. Да, я уже забрал его. Забираю второго. Кто на боссе? Я на боссе. Кричи, если не, если замедление будет. Да, я мобов еще там. Я... Разбежались. А если вдруг увидишь? Разбежались. Треть не себе. Долго падает. 3 секунды. Шторм. Разбежались. Напуливайте ханты, не слакайте. Большой появился, сразу на пул ханты. Ну а че он опять? Потому что на мне и босс, и 2 моба. А ты забрал? Окей, типа я перепал. Ген за медло сейчас. Чего, какого забрали? Того. Ну вот, которого вы слить хотите, его не бейте. Рейди, который слить. Разбежались, нестабилка третья. Что полного не взял? Похуй какой вообще. Сбежались. Сильно уешка не бейте по большому. Ну пачка слетит. Стоп, ворон. Ею. У меня всё, уже три. Все, перебежали на ту сторону. РДД заливаем. Два самого. Крестик поставил, кого приоритете бить. Лёх, помогу вам крестиком бить. Разбежались. Все, разбежались. 2 секунды. Замедло.
Все, сбежали. Вестик поставил, кого бить. Можно его. Рада свишнусь. Вестик спит, кого бить в приоритет. Последний шторм разбежались. Сбежали все вот сюда, в моба, точнее, большого, встань. Все, стопнули ОУЕ. А ты по меткам распределил? Да. Какой я ставил? Звездочка. Окей. Все разбежались по меткам. Вар, Риу. Кнопку пытайтесь прожимать. Прожали кнопку. Пускай на мне сидит. Почему? Смотрим за кастами. Лучи. Нет, замедление каста лучше давать. Минус вар. Метки. Метки. Заберите. Метеоры, да. Че, метеоры закрыть сложно, блядь? Лучи. Нет. Метки. Метеоры. Боссы идут, прохиливаем рейд. Минус броню. Вот, блядь, начались минусы. Того, кого тут не было, блядь. Тебя скинули стаки? Всем по соточке начислишь. Клац, пожались. Так он будет поднимать. Сэра, ты серьезно, блядь? Бабл даже, сука, нажать не можешь. Дархавку положили. Где прохил? Поднимай же новый быстрее. Бафу. Ману полностью. Чего? Слева от квадрата закройте. Прохил. Стою ген. Я фанзера подниму. Ключи. Забери. Не могу пока. Метки. Харсис. Умность. Фанзера разбежал. Прохиль себя, фанзера. Ману ему Харсис. Дайте. Идут к боссу. Сразу лучи будут. То есть, а коллапса сразу лучи, так что никто к боссу не бежит.
Полине дайте там длань жертвенности в раз, быстрее. Никакой. Умность. Рожали, на сакру, мастер аур. И сразу. Метки. Женой. Женя. И пончик девка запас. Дай две. Ничего, ры. Хиливаем. Следующие лучи. Фон, ты до меня достаешь, залима. Я уже залива. Нет. Иодон, Женек, старик. Женек, сам себя в архиву. Чего ры закройте? Женек один закрыл на тебя. Забей. Я вижу. Там никто даже не пошевелился, сука, туда. У нас тут два было, да. Да, рядышком совсем. Метки. Панзер, адмирал. Ой, да подхильте. Вы серьезно? Где, блять, прохил Фанзера? Пошли от огня. Хил без маны. Ты им дайте, и на разы киньте, блять. Я не знаю. Че хилы, блять? У вас мана, блять, сегодня садится, как не знаю у кого. Мозер, блядь, где тучка? Ты серьезно сейчас? Кулдаун не тучка? Я метеор закрывал. Какой метеор сейчас, блядь, был коллапс вообще? Ну до этого метеор не закрывал. Метки вынесли. У нас дай две. На краешек выносите. Фаза. Что делать, а? У меня 7 минут БР. БРов нету, да? Не, БРы есть. Ну пускай хоть люди посмотрят вторую фазу. А нам нужен танк, нам нужен мозг. Все. Ну БР, всего 2 БР отдавать. Войд и один по мозгу. Френдзик Войд? А кто там еще? И БР. Мозер и этот, и Войда. Квадрат, станьте. Мы смотрим, прохиливаем. Буря вынесли, гевка просто. Метки. Друг от друга рассосали. Мозер так и не БР. Да нету БР. Луч. Луч отошли. Метки. Фанзеру. Мелики пометки. Разошлись друг от друга. Метки все бьют. Метку сбейте, которая очень близко к боссу. Буря, есть? Вынесли. Запаска, девка. Кто там в коте бегает, блять, по ледяной земле? Дальнюю добейте. Рэнди, хули ты там делаешь вообще? Натиск. Натиск отошли, все в квадрат. Крест. Главное не вовите. Ген, ты таймер ставил? Да. Натиск, отошли. Геру давайте. Да, давайте Геру уже. Можно. Буря вынесли. Фредди, умность. Луч, отошли. Кто не знает, бегает за собой. 15 секунд купол. Бля. Запаска, фанзер. Я не знаю, как купол разводить там. Луч, 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 отошли, отошли. Хуёвый луч будет, пиздец. Нормально. Земля пропадет, купол. К сове, идите к сове, к сове, к сове. Я не успеваю сам.
Все нормально. Танки есть на следующую фазу? Да, все есть. Все, заебись. Полна. Фир, главное, не ловить. Сейчас кто бежит рядом с совой, немножко не топите. Всех ловим. Все вместе в сове бегите. Ждем. Все, побегаем. Не бойтесь, они тут не... Пачку поймала. Да я сказал же, фир, блядь, вот им, им все по 250, блин. Так, сейчас немножко остановитесь. Все в сове бежим. Кто ловит фир, всем по 200. Давайте. Кто-то впереди бежит. Селедка, стой. Нас всех подставили. Все, разбегаем. Кирс, ты так далеко забегаешь. Влево-вправо бегайте, если что. Перед вами... Пивоны эти. Не могут бегать, чтобы фир не ловить. Я охуею. Сели, развернулись. Танк немножко, подойдет. немножко подождите остальных. Подойдет. Не бегите впереди всех. Вот, видите, как получается. Ирс, засрань. Бежим. Что там? Опять вверх словили? Да чё, все мёртвые. Ещё один. Ну давай, короче, смотри, сейчас. Что без медла. Все, кто лежит, всем это... Все половили фьер. Там есть человек 6, наверное, понимаю. Там есть? Принскрин, окей, сделать. Там есть, я тут. Два танка живут. Чё с трэшем? Бьём дальше, бьём. Трэш, бейте. Трэш, просто овечку забьем. Соблетим. Луч. Где пройти? А, ну все лежат, окей. Даже сам, который по мане сидит. Смотри, блин, ну я могу, типа, знаешь, без бить без формы и просто как бы замедло кидать. Либо в перерыве. Но смотри, сейчас что-то на второй фазе. Потому что я вот перерывы кидаю, как бы вообще плохо. Не успевают реагировать. Сейчас бы, блядь, на куполе дохнут, сука, от фера, когда уже, блядь, шипы как бы сначала появились, уже все нормально. Ну лично я не от фера умер. Я знаю, я видел, а чего ты за... Пожалуйста, а вот тот же ДБ нужен определенный, а у меня его нету. Не обязательно добавить. Да даже дело не в ДБ. Просто бегайте совой, жмете ТАВ впереди. Держите сзади один пилон, смотрите вперед пилон. Если что, вдруг к нему подбегаете, разворачивайтесь. Все. Не, я же на первой фазе стал. Там место, блядь, миллион, где разбегаться. Можно делать. Первая фаза. Ставят ДБМ тупо для таймера. Все, все остальное не надо тут ДБМ вообще, блять. Смотришь босса, коста и все. И от этого ориентируешься. Леш, там Маша изъявляет желание моим престом подамажить. Если что, короче, Йора может на тупо сесть и помочь. Кто похилит? Я? В смысле? Я могу. Там на разных аках персонажи. Да. Ну что делать? Типа, я могу, пускай. Получается, пускай. Через минуту, заходит, да, кидать? Заходит, пускай. Да, пускай заходит на твою. Всё. То есть минуту не будет висеть, либо просто без формы.
Проня на замену. Или вообще желательно какого-то лока. Да лучше Милика на замену, ну. Сейчас, Маш, я тебе в Дискорд скину. Он дохнет. А дохнет. Дачи ходил в этом, в первом, да, рейде? Нет. Нет. Можешь его с гильдии кикнуть? Давай сначала он на Джане за мило покидает. А Делорус? В рейды не ходит ничего. Делорус в первом рейде. В первом нахле. Ну, как сказать, как он ходит? Ходит чисто там, где он имеет с этого выгоду, как я так. Кикните на шкаф. Поэтому я говорю, можешь кикнуть. То иду на пало, потом там. Идет РТ, человек, блять, похуй. Ген, поменяй тогда проню, спустим места. Сейчас поменяю. Безымедлачит хардово. Буду хилов, блять, если вы будете так по мане садиться. Нахуй такие хилы нужны. Черчок топчик. Я бы зашел тоже и похилить, например. Жмем ход и всегда хилов. Обязательно, чтобы посеяло омоложение и по возможности этот. Буйный рост ебучий. Да я про шамана. Слушай, есть идея. Может, я могу дам Делорусу, он зайдет, сделает афликом поиграет. Я похилю на друиде. Там же шаман крит-фас забитый, у него мана регена вообще минимум. Он поэтому садится постоянно по мане. Может, постоянно... ты лучше с тобой зайдешь? Ну, замедла типа не будет, видишь, как бы я... А, нет. На Африка ты зайдешь. А, блядь, тебе на одном аке. Нет, у меня на разных аках. То есть я могу как бы и друидом, ну, и типа локом. Так, а может, ты с тобой зайдешь, что Делорусу Африка ты подгонишь? Ну, так вот я и говорю, типа, Делорус зайдет Африком, да? То есть... А я зайду либо с собой, ну, либо по хилю. С собой лучше. Лучше с собой, я тогда поменяю еще. Я пойду сопроты, заберу с другим. Сейчас я ему напишу. Леш, отойду на минутку, можно же? Да, иди пока сейчас. Уладим. Ребят, только со мной бегал. Все понятно там же, в принципе. Да, все. Нет, отлично, огонь. Там, там Леш, там были некоторые ребята, которые более-менее научились. Да, привет, что такое? Привет, это, зайдешь на моего лока, на Джайну? Афликом. А сам что? А я зайду на друида. У нас просто один лок, типа, с замедлом проблема. Где мне неудобно, а в Африке тебе нормально дать. Бля, я в пати на Зурджина сижу на Твине. Сманите умность, пожалуйста. Ну похуй, гу я в Африке тогда. Давай в Африке спекать. Сейчас тогда поставьте только портал, пожалуйста. Кстати, шкаф там поставь, пожалуйста, сначала. Крит шкаф. Сманите умность и тупость. Сейчас даже обновлю. Обновите шкаф и дайте это. Амир, поставь портал. Дайте еще один. Еще раз срез. Держи. Умность
Найдем два танка. Поэтому танков, блядь, терять. Два танка, блядь, положили за вторую. Я на скважке готов будешь. Да, сейчас сниму. Так, я буквально 30 секунд. Белорус, ты еще тут? Смонти. Тут. Сейчас мне еще настрою быстренько. Где Ганвеста, блядь? Где наше вообще соло? Сегодня должно было быть 4 соло. Меня больше интересует, где Локи. Тут задают вопрос. Короче, пион колдует Фир. Если вы смотрите на пион, вы его получаете. Вы в страх впадаете. Вам нужно всего лишь нажать правую кнопку, развернуться на 180 градусов, жопой повернуться к пиону. Как только Фир он сколдует, обратно повернуться. Женек, кстати, я не могу в облике демона кидать замедло. Особенность Т5 такая, у него вообще почти никаких костов нету. Пилон — это вот эти вот строения, которые вокруг... Катализаторы. Катализаторы, да. Что-то Локов, Делайт, он подписался в календаре, а сам не пришел. По сути, по идее, вообще нужно бежать. У кого есть чарка на скорость, вы можете бежать по внешнему кругу. Сзади оставлять пионы, которые вы прибежали. Спереди, если пион на вас смотрит, и он колдует, развернулись. Че, готовы? Побежать дальше. О, Маша Донну заработал. Сейчас будет палево. Женёк. Или, блядь. Бафы дайте. Стамину бафните. ШП престов до хера должны гимны отдавать на ХП на ласт фазе для дефов. Посмотрите, плюс гимноману, да хуя гимна на ману, так что в конце первой фазы можете отдать. На
переходке. Сапрот это выпить? Не забудьте. Да, у тебя спротов нету. Сапрота. Разбежались быстрее. Шторм. РТД. Разбежались. Шторм. Сбежались. Все, милиги прибежали. РДД добиваем. Тоже перебегаем. Давайте быстрее, быстрее. Стабилка, разбежались. Шторм. Сбежались. Генус сдох. Надо бэрить его. Yeah. Стабильные. Бэрить. Я вроде не бил. Женен, Женен, давай бэрить гифку. Давай баф, баф и по окам.
Встаньте под лучик. Под лучик, прям сюда вставайте. Не успеем, надо разбегаться. Да, нестабилка разбежать. Больших только побейте, там мертвых в центре. Того, у которого меньше хп. Да можно и второго потихоньку. Шторм. Все, сбежали с подвод. А я в какой метке стою, кстати? Усиливается. Все, стопал я. Разошлись. РДД-2. Готовьтесь прожимать. Прожали. Все. Так, оставим и смотрим. Лучи. Метки. Девку просто. Метки 2, закрывайте. Я, ну, спасибо. Мозор, старика пошли. Ключи. Метки. Джон Уэн, Женек, старик, Фрэнзик, Прокат. На краешек выносите. Так, закрыли. Анзера, захил себя. Хорошо, иду. Пару себя нахварим. Не дебаф. Да, ланжерка на степлении. Мастер аут. Тарзис даже не проанонсил. Даму. Включи. Тони, надо поднимать все тела. Память вынесли метки. Да я движу, но он Белодор Мелик. Тони, иди подними его. Сейчас метелит. Умность. Прохил. Чё с прохилом? Видишь, блядь, хила нету. Говорю. Забери. Учи. Адмирал Белодон и Пончик. Закрыли, закрыли, закрыли метку там. Идут. На мне дебаф один стал. Блядь, где ты ловишь постоянно? Эту. Опять давай ланжерку. Ты должна выдержать, я какашки на себя повесить. Сейчас лучи сразу перепала. 5 харсис умер. Ты издеваешься, блядь, там или что? Что, они бафнули, не знаю. Нет. Фанзера, Мозер стоит.
Панзер в себя открой хил, две метки. Открыли, у креста закрой. Хил Мозера. Жена здесь, лучи. То есть лучей в трусы сместись там, короче. Метки. Адмирал убил Аддон. Панзера, метка. Теоры, закройте дальние. Хен один закрыл. Блять, вы сместиться не можете? Лена с этим, блять. Кто там, Женек нахуй и Фросгорн. Вы сместиться, блять, не можете направо? Стоите, блять, туннелите босса, блять. Лока нет, за Мидван. Метеор был. Метеор, метки. Вот именно, блядь, был метеор, как бы я бежал один закрывать. Он закрывает ваш метеор, блядь, который вы должны были, сука, сместиться троём, блядь. Я сместился вперед, там тоже никого не было. Гена побежал направо. Почему двое других человек стояли на месте, я пьес. Нахуя ты вперед смещаешься? Там милики, блядь, закроют. Я танком закрываю в соло этот метеор впереди, блядь, под боссом. У кого БР есть? Один БРС. Френзик под Демигев. Нам нужен замедл. За Джайной, у трона, ближе к трону. А скорее. Пощу есть БР. Я семинаймер. Нету БРов больше, все. Следующая же Ноэна будет. Метки. Рассосались друг от друга подальше. Ребаф по локу дается. Мочим. Уриан вынесли. Тим, не реагируйте. Прохил Мозера-то. Метки. Убиваем быстрее. Сейчас может натиск быть. Буриан вынесли. Метки. Кто босса бьет? Бейте. Стрелы. Метки быстрее босса все. Буря вынесли. Когда Гера? Давай, Геру. Луч. Крест не ссы, медаль. Метки. Метки быстро сливай. Буря, вынес. 5 секунд в купол. Купол. Край. Край. Совой бегает, если что. Да я ебал, ну. Сразу же. Смотрим на пилон впереди. Да блин, бегите все как-то в кучи, пожалуйста. Передний не подставляйте, задний. Все, собираемся, собираемся, давай. Вперед не бежим. Задний догоняем. Бой. Все, рассасываемся по линии. Бой, беги, пожалуйста, со всеми. Там шипы догонят. Ничего там не догонит. Всем, кто сейчас подох, 250. Вместе, вместе, вместе собираемся.
Где она, красава? Встать есть. Вместе собираемся. Бежим. Ой, блядь. У меня 3 минуты к ДБР. Нету БР. Но инер есть, кому надо отдать. У меня прохил. Ко мне кому 4 хила минут. Давайте, шинами. Еще один шинами. Луч. Буря. В фоне натиск отошли. Пару человек, идите во фоне, пожалуйста. Если что, луч. Луч. Воеватенький будет. Метки. Че, пиздец. Гим на хп. Могу. Я метки. Ты идешь. Да. Метки. Не, это все пиздец. Я не ебу, что они с ранжой сделали в этих лучей. Мозер, ты как дохнешь? Тебе тучку, блять, поражать все по твоей или что? В смысле, тучку я в глыбе нажимал. Какой нахуй глыбе? Ты на куполе, блять, сразу этот. Ну, у тучки КДЭ вообще. Нахуя ты в глыбе нажимал тучку? Потому что ее не разбил. Понимаешь, это бесполезно. Да не, не бесполезно. Если бы ты сдох в глыбе, окей, там еще понятно было. Пизду, блядь, тетрадь, ну нахуй, бегаешь, то ебать, с одной метки до другой, метеор закрываешь, типа, всем похуй. Лучеть, ой, блядь, шипы эти ебаные рейндж, непонятные. Да хули непонятно? Ну в смысле, блядь, ну ты видел, нет, я в них, ну, не стою. Типа у них рейндж и хуй вот тут же метров, нет, либо их... Блять, встань ты в меня, и, блядь, на шипах, и там, где я появляюсь, вот куда я отбегаю, и все будет ровно, блядь. Типа я пробегаю, я в них уже, блядь, не стою. И все равно, типа, блядь, они дамажат. Реально, блядь. Я не знаю. И вот рядом с шипами бегу, мне нормально. Не знаю, почему тебе... Я не знаю, или они баганы в этом месте, я не ебу, блядь. Неужели так сложно, сука, отойти на край, блядь, встать у ебеня просто? И когда шипы появляются, посмотри, где, блядь, эти ебаные шипы, бежать вперед или назад? Кирс, я, кстати, хотел тебе сказать, 4 тела сзади бегут, и ты единственный у шипов. Да, блядь, я могу альтануть, блядь, и показать, типа, этот момент. Харзису 1000, Лена, обязательно, блядь. Умудрился сдохнуть 2 раза, блядь, на второй фазе. Леша, мне кажется, его не бафнули. Чем-то не бафнули, потому что лапу... Я как мне просто интересно, как они умудряются ловить дебаф просто? И когда ты развиваешь лужу... Как вы, метеор, из-за... блядь, не двигаетесь просто? А ты разливаешь лужу, и она начинает ее сразу всасывать, ты можешь поймать дебаф. Вот все просто. Да там, на самом деле, надо просто выносить подальше, никто не будет жить. А то, что ты говоришь, это пофикси. Перед тем, как лужи всасываются, там еще есть время выбежать. Раньше, да. Раньше... Ну, ты идешь, разливаешь, и они сразу же идут. И ты кучишь дебаф. Сейчас эту тему пофиксили, там где-то секунд 5, наверное, может даже больше, дают тебе время убежать. Заметь. Есть такой момент, что ты бежишь, и там уже много луж разлито, а назад-то ж не Вадик бежит. Ну, миллики ты не ловишь, вот враска, ты же не ловишь.
Вот, допустим, не знаю, как кто, но, блядь, очень близко разливается лужа, Я успеваю с меткой выбежать, блядь, за эти лужи и разлить за лужами еще лужу. И когда начинает эта вся хуйня ползти, и я нахожусь за метками и разливаю лужу за меткой, нет, просто похер, типа, лужа разлилась, и я, блядь, нахожусь за всеми лужами. То есть там такое еще значительное расстояние, блядь, до этих, до края. Не на край выносите, а, блядь, выносите ближе к центру. А нахуя это делать, если можно вынести на край, а перед тем, как поползет, можно вынести ближе к центру. И всем легче будет, и все успеют съебаться, и никто дебафы не словит. Ну, рестор шаманом, как тут, блядь, ловить лужи, я вообще в душе не ебу. Особенно, блядь, в этих метках, где стоят рестор шаманы. Там просто нереально, блядь, их словить. Особенно Лене возле трона, блядь. Вот, Лена, как ты возле трона умудряешься словить лужу, блядь? Там Дайдве пишет, что у нее температура, да, она очень хорошая. Это типа болит. У кого? У Дайдве. Ну, Настя. Числи, сними ЕПшку, пускай идет. Слушай, я что, не понял, мне с Лича ЕП, что ли, сняли, или чё, чё, чё за хуйня? Ты во время пола плюсанул. Чего вы, чё гоните? Вы первый пол нахуй. Вы блядь, не лопаете. Мы Лича убили, а второй пол? И ты плюсанул. Да вы чё-то курите, траву какую-то, которая законом запрещена. Вы первый трай сдохли, я плюсанул, с вами был. И во второй трай, когда вы пошли, я полностью там был. Вы переставайте наркотики употреблять. Он на первом пуле еще пришел. Я всем хуй ебать, не спрося, блядь, рубят. А чё как тихо зашел? Надо было громко зайти и застрелить нас. Чё мне орать-то, блядь? Стрим есть, вам посмотреть. Не, он просто... Причем я зашел, поздоровался с вами. Это пиздец, блядь. Весь рейд дохнет, блядь, на куполе. Вы серьезно? Все, я больше не буду, отвечаю. Красава, блин, красава. Сегодня, я так скажу, сегодня хилы бесполезны. По слову, вообще, блядь. Просто, сука, бесполезные хилы. Которые, сука, дохнут постоянно. Раки, вот, блядь. Вот только купол будет, блядь, сразу, я уверен, что, блядь, минус 3 хила у нас точно сдохнет. Как, блядь, с хилом сдохнуть на куполе, когда вы, блядь, не бьете ни конденсаторов, блядь, ни этот. Вы просто, блядь, бегаете и все, больше нихуя вы не делаете на куполе. Ген, можешь мне присуманить, пожалуйста, я в Аргемаре сопрот? Вон, зацепи мне тоже. Ну, понять я купил. Сдохнуть здесь можно, блядь. Сейчас вообще не представляю. Если ты в соло метеор, блядь, не закрываешь, хилон тут сдохнуть нереально. Дайте рез. Белодон, я не успел. Я грузился. $200 трейд. Дам себе бафы дать. У тебя минус ДЦ. Пристабов. Дай 200. Сопроты перепить.
Адмирал кислый. Еще раз. Как называется этот адмирал? Настя, адмирал кислый. Настя удала ранее, начислила и сняла ИП-шку. Она не получала ИП. Она же в этом, в моем статике получала тогда при всем. Она там заходила на последний мост. Кстати, про клуб полный, он, кстати, теперь уже в ДБМе показывает. Нету. Напишите, пожалуйста, линканите мне дебаф, который ты получаешь от огня. Я сейчас себе запишу в Вуду, буду то, что у нас люди стесняются сказать, что у них дебаф. Численность 250, короче, все, среда. Япончик ДЦ с пекой, все. Пускай идет. В ДЦ мне, да? Да, Тим, мы здесь? Да. Давай его сюда. Вот горящая земля, дебаф называется. Горящая земля. Подак, на луже. Никого плана. Я тут, если что. Меня слышно? Ты да, я уже смою. Сопрот выпей. Я в ДЦ, но я в ромбике все равно, да? Да, ты в ромбике вместе с Жужином. Тимыч, ты в мне ромбике. ДД? А, мне в ДД? Да. Жнен готов? Все готовы, запускаю. Морал, АФК убери, пожалуйста. Спасибо, записал горячую землю.